19 мая 2014 года, около 3 часов утра, из ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской республике Чувашия, колонии строгого режима, совершил побег осужденный Сидоров, судимый за совершение убийства, кражи, грабежа и применение насилия из хулиганских побуждений. Проведенной прокуратурой проверкой в данном исправительном учреждении выявлено нарушение уголовно-исполнительного законодательства, выразившееся в ненадлежащей организации оперативно-розыскной работы, усилий по обеспечению режима и охраны. В связи с этим 22 мая 2014 года спецпрокуратуры в адрес начальника УФСИН России по Чувашской Республике внесено представление с требованием об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства, недопущении их в других исправительных учреждениях, с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ходе проверки установлено, что часовой, заметив перелезающего через ограждение указанного осужденного, как того требует закон, огнестрельное оружие не применил. В том числе вследствие этого осужденный совершил побег, скрылся и до настоящего времени не задержан. Значит, в том случае, если органами Следственного комитета будет возбуждено уголовное дело в отношении него по материалам прокурорской проверки, направленной в следственный отдел по городу Новочебоксарску, максимум 3 месяца ареста.